Обычно мы в своих видео рассказываем, как сэкономить. Это наше видео будет немножко о другом. Как потратить с удовольствием то, что вы сэкономили. Очень вкусно. Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, а я Татьяна Комарова. Если вы меня спросите, как я худею в путешествии, я вам сейчас расскажу. С утра было несколько отбитых в самолете, вот, потом было трудно, ну вот это вот такое вот большое с ванильным кремом, то еще хотели сливок положить. Сейчас было два пива, и вот вам мой ответ, да, я худею в путешествии. А на самом деле, если серьезно, что самое вкусное нужно обязательно попробовать в Праге? Расскажите нам про гепрево колено. Колено у нас делали на гриле, маринованное 8 часов, это очень популярное блюдо. Везде в Праге делают, часто делают, оно смокет. Ага. А у нас оно на гриле делано. В Праге очень много самобытных ресторанчиков. И можно получить удовольствие не только от еды, но и от атмосферы. Вкусный суп в хлебе. Называется суп гуляш. Очень вкусно. От супа осталась чебурашка. Маняшка. Инсталляция из бывшего супа. Татарский бифштекс. Сырое мясо. И вот такая вот куча соуса. И цены демократичные такие. Худеть и спать дома, а в путешествии наслаждаться, смотреть, нюхать, получать впечатление и удовольствие. И столько красоты вокруг, что просто теряешься. Я очень люблю чешское пиво, а тут его не просто нахлебываешь, а тебе его подвозят на паровозике. Оказалось удобно, это просто сеть паровозиковых пивных, скажем так. Вот в торговом центре нашли. Перпендикулярно Вацлавской площади идет вот эта вот шопинговая улица. Знаменитое богемское стекло. Мы не любим покупать разный туристический хлам. Привозим из путешествия необычные сувениры. А они, кстати, еще и пользу приносят. Смотрите, можно, например, подарить конвертики вот такие вот, на которых стоит штемпель королевы. У нас есть любимый магазин, он называется Тайгер, он есть во многих странах. За что мы его любим? За прикольные сувениры, вещички. Автобус превращается в пенал. Вот такую вот подушечку прикупить. Тоже неплохо, радовать будет. Копилку. Развлекаемся. Подпишитесь на наш канал. В следующем видео мы вам покажем самое-самое в Праге. Ярких вам путешествий! Пока! До новых волнующих встреч!